Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатару вешаки пасинду бхавеча Патитанам павуне бхавишна бибхьо наму намаха Мукан кароти вачалам пангум ланхети вирим Ятки патам аханг ванде парамананда мадамам Бриндавай тусидеббай пиявай кешава сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай Санкиртане кришна катха упадеше Гаурия бхатрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Памадакша Джагод Бараню Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштатухам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараням Витаттихам Панатупал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Арвиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Бешпуриджи, такима пикапаводу, швадарши, пурнану рагуру, сасагуру, сару мурти, сарати камей када, кипам курас. Шри Кришна Чайтанна, Прабхунитананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна, Прабхунитананда. Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита фужоу канука бодату Санкиртаной капитару камала айатакшам Вишам бару дижа бару жугадхарма палоу Банде жагат приякару каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Баранаси пурапати бхаджави санатам Ваги саджусо бадане Лакшмир джасса чавакшаси Джасястхиде самбид Там нисинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Тасайвахета праджатета ковидо
Nalabhati yad brahmatam pariyad talabhati dukhyabad annataho sukham kalena sarvatra gavir ranghasa tasaiva heta prajate heta govidah nalabhati yad brahmatam pariyad talabhati dukhyabad annataho sukham kalena sarvatra gavir ranghasa. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал. By taking undue advantage of this Chaitanya Charitamrita quotation, we should not stop speaking about their absolute truth. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that by taking undue advantage of this Chaitanya Charitamrita sloka, kaya mane vakye kare udveg na dibe. Приняв великое благо шлок Чайтанья Чаритамрита, мы не должны прекращать говорить абсолютную истину. Если мы остановимся, то не сможем спасти обусловленные души, погруженные в майю. Если мы не станем говорить об абсолютной истине, будем видоизменять ее, to represent some harikatha, that is actually not harikatha. Это не будет харикатхой. Made easy program, made easy procedure is not at all allowed in bhajan. Упрощение процесса неприемлемо в харибаджане. In харибаджан is not allowed. If we are going to stop speaking about the absolute truth, если мы прекратим говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, с абсолютной платформой, мы не сможем спасти обусловленные дживы. Поскольку единственный способ помочь людям способствовать их обретению апракрита шадья, трансцендентной истины. Именно благодаря этому они смогут возвыситься, смогут прогрессировать. Если человек падает в колодец, как он может вылезти оттуда? Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж совершали Браджа Мандала Парикраму. В это время они устанавливали, то есть на время парикрамы для преданных устанавливали тент. И в таких тентах проводилась харикатха, распространялся прасад, но для того, чтобы установить мандал, необходимо было подходящее место, где была бы доступна вода. Эта история подчеркивает важность харикатхи и саду санги. Когда ночь подходила к концу, пожилая женщина пошла набрать колодца в колодцу, пошла набрать воды в колодцу. При помощи веревки она стала вытягивать ведро с водой, но случилось так, что она подскользнулась.
Колодец был невысокий, по пояс. Из-за того, что она подскользнулась, она перевернулась и упала в колодец. Поскольку тяжесть ведра перевесила ее. Никто не знал об этом, никто не видел этого. Утром, когда преданные стали просыпаться, один из брамачари заметил. Он пошел к этому колодцу, чтобы набрать воды, и увидел, что кто-то кричит в колодце. Он заглянул туда и увидел эту пожилую женщину. Собрались люди, собрались местные жители, преданные, и помогли при помощи веревки ей выбраться из колодца. Следующим утром, то есть этим же утром Шрила Бхакти Дайта Мада Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, прежде чем начать парикраму, говорили Харикатху. Они сказали, если бы этот колодец не был наполнен водой, что бы произошло тогда? К нему никто бы не подошел. К нему не стали бы ходить люди. Точно так же Шрила Мадхва Госвами Махарадж сравнивает колодец с домом грихастхи. Если грихастхи принимают саду, они посещают их дом. Если же эти люди, грихастхи, полны ложного эго, не приглашают в свой дом саньяси, саду, они не приходят к ним. Поскольку в этом колодце была вода, именно поэтому брамачари подошел к нему, чтобы набрать воды, и обнаружил эту женщину, что способствовало ее спасению. Грихастхи, которые сконцентрированы на материальной жизни, не ищут общения с саду. И если в их жизни возникают проблемы, саду не придут на помощь. Прабхупад говорит, в Чайтанья Чаритамрите сказано, что мы не должны причинять боль ни телом, ни умом, ни речью, ни физически, ни ментально, ни словами. Мы не должны причинять боль. Шастры запрещают делать нам это. Но что говорит Прабхупад? Что я могу поделать? Я был вынужден причинять боль отвернувшимся от Харибаджана дживам. Я был вынужден использовать грубые слова для того, чтобы они обрели освобождение. Прежде чем оставить материальный мир, Прабхупада сказал, я знаю, что мне приходилось на протяжении моей жизни причинять вам боль своими строгими и порой грубыми словами. Но я делал это лишь для того, чтобы вы оставили капатбхаву, оставили лицемерие и полностью погрузились в Харибаджан. Когда-нибудь вы поймете, почему я так вел себя, почему я был вынужден так грубо, строго говорить. Люди в материальном мире сталкиваются с огромным количеством проблем. Умирают жены, дети, мужья и так далее, но это не наталкивает их на совершение Харибаджана.
Они видят, что вокруг полно проблем, полно трудностей, что этот мир схож с лесным пожаром. Осознают, что... Но никак не могут осознать, что этот мир бренен. Именно поэтому Юдхиштир Махарадж на вопрос Якши ответил, на вопрос Якши, что в этом мире самое удивительное, ответил. Даже наглядно видя бренность этого мира, дживы продолжают строить планы на жизнь и хотят стремиться к спокойной, комфортной жизни. Юдхиштхира Махарадж говорит, что может быть более удивительным, чем это? Даже наблюдая, как умирают родные, близкие, окружающие люди, видя, сколько проблем вокруг, сколько насилия, сколько убийств, воровства, войн. В тюрьмах не хватает места. Я серьезно, в тюрьмах сейчас нет места для преступников, потому что их столько. Так вот, видя все это, люди не обращают на это внимания, не делают никаких выводов. Они продолжают верить в свое счастливое будущее. But still, even after watching Yudhishthira Maharaj speaking, Yudhishthira Maharaj speaking, Maharaj, what can be more surprising than this fact? That every now and then people are going away from this material world. No, any time. But still, they are not thinking that I will have to also I have to go. Люди видят, как умирают окружающие, но не задумываются, что это произойдет и с ним. Люди стоят около чайной лавки и спокойно пьют чай, а мимо них проносят тело их умершего соседа. Они наблюдают за этим, обсуждают это, но даже не задумываются о том, что в следующую секунду это может произойти и с ними. Сердце саду, гуру и вайшнавов настолько милостиво, что нам сложно это представить. Они постоянно заняты тем, постоянно
заняты спасением обусловленных душ. Порой они мягкие, порой они строгие. Порой они вынуждены идти на уловки, чтобы привести вас на путь баджана. Прабхупад и день и ночь думал, как спасти обусловленные души. Они строят огромные храмы, чтобы люди вдохновились, распространяют вкусный, замечательный просад, чтобы привлечь людей. Но даже после того, как вайшнавы приложили огромное количество энергии, сил, нет никакой уверенности в том, что обусловленные души обретут освобождение. Прабхупад говорит, даже потратив литры, тонны крови, пытаясь освободить обусловленные души, нет никакой гарантии, что это увенчается успехом, что джива не убежит от вас, наградив вас пинком. Ведь когда звучит абсолютная истина, обусловленная душа не готова, чаще всего обусловленная душа не готова слышать ее и уходит. Такое было и с Шилой Прабхупадой. Были те, кто оставили его, несмотря на то, что считались его учениками. Таким образом, никакие усилия саду не гарантируют освобождение дживатмы. Все зависит от ее самскар, от ее личного желания. Порой дживы думают, что саду гуру вайшнава не отличны от них, что они ничем не отличаются. Они также едят, спят, ходят в туалет. That the same slope spoken by Sanatana Goswami. Krishna Bhakti Shudha Pana Deho Dohi Ko Visute Tesham Panchabhotik Deho Pi Satchidanand Rupa. Though we can discover Vaishnavas are going to live body like us, but there is so deep philosophy. Мы видим, что вайшнавы, казалось бы, живут точно так же, как мы. За этим стоит глубинная философия. Их тела нематериальны, хотя и выглядят как наши. Наши тела состоят из пяти элементов материальной природы, но в их случае все совершенно иначе. Их тела сачит ананда майя. Бхагаван является сат-чит-ананда-мой. Он сат, чит, ананда, вечен, обладает полным знанием и блаженством. Точно так же
и вайшнавы являются сад-чит-ананда. Я приведу небольшой пример, чтобы помочь понять вам это. Несколько лет назад один офицер, во время перерыва написал письмо. Он закончил, в это время зашел его друг, спросил, кому письмо, сказал, моему младшему брату. Они поговорили, а затем, когда этот друг собрался уходить, офицер попросил его опустить письмо в почтовый ящик по пути. Он взглянул на конверт, там было написано, что письмо должно быть адрес назначения письма тюрьма. Тюрьма в Калькутте. И этот друг спросил, «О, твой друг в тюрьме? Он преступник?» «Нет», — ответил офицер. «Он управляющий тюрьмой». Точнее, он охраняет заключенных. Таким образом, мы можем видеть, несмотря на то, что письмо предназначалось, то есть письмо, адрес письма тюрьма, его брат преступником не являлся. Точно так же гуру и вайшнавы находятся в материальном мире и, казалось бы, живут как мы. Но в действительности их положение совершенно иное. Они лечат обусловленные дживы. Несмотря на то, что охраняющие заключенных также находятся в тюрьме, они не на одних живут не на одних условиях. Итак, вчера мы читали о том, как Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, я знаю, что ты в замешательстве. Тебя привели в замешательство мои слова, поскольку они, казалось бы, противоречат друг другу. Но в действительности все, что я говорил, предназначено для людей разного уровня. Для каждого уровня развития предназначены свои наставления. Но не сомневайся, что... То есть, но я рассказал абсолютно все знание тебе для того, чтобы ты после моего ухода стал помогать людям разного уровня развития. Есть те, кто совершенно не склонен идти по пути бхакти-марга, по пути бхакти. Есть те, кто идет по пути кармы, карма-марга. Большинство людей не понимают, кому и как следовать. Люди могут совершать либо хорошие дела, либо плохие. Они не могут бездействовать. Some lucrative offer
What I told already, Pushpita Vachaha, very nice decorative speeches, which can be compared with a flower, nice flower, in the trees, flower trees, and Veda Pushpita Vachaha, in Veda. So that at least they can feel, so that at least they can feel some inspiration. They are not at all ready to do, okay? At least they can get some inspiration to do some good work. Bad work they are doing, all day and night bad work. Who is doing good work, you see? Out of 100%, 99.999% of людей грешат. Мало кто совершает благочестивые дела. Политики, лидеры и так далее. В действительности занимаются греховной деятельностью. Хотя с внешней точки зрения все может выглядеть иначе. Crime, three division. I wanted to clear one small book I wrote, where I wanted to draw. If you are doing aparad externally, not sinful activities, but aparad, if you go to court, court can say what done, nothing happened. They can understand because aparad is very has some deep impact, but externally it is nothing. Chapal Gopal going to put some China rose, red China rose, and some red chanda, and something, and what? So what happens? He's not going to kill anybody, not going to fight with anybody. Chapal Gopal, Gopal Chapal. When you are going to ignore Guru Padma, speaking something, not, you know, rubbish word, but you are speaking in such a way that it is Vaishnava Aparadha. If you go to court for Vaishnava Aparadha, совершил Вайшнава Апарадху. Конечно же, в суде не осудят за Вайшнава Апарадху. Для них это что-то незначительное. Но в действительности Вайшнава Апарадха оставляет огромный отпечаток на нашем сердце. То есть они имеют огромное значение на огромное влияние на нас. Итак, Бхагаван говорит, что люди либо грешат, либо занимаются благочестивой деятельностью. Так вот, надо хотя бы помочь им прекратить грешить. Хотя бы чтобы они остановились идти по ложному пути, то есть по пути в ад. Пусть они хотя бы совершают благочестивую деятельность, ритуалистичную деятельность. Да, мы знаем, что это не, в действительности не является решением проблем, но они могут достигнуть райских планет, могут адских. Впоследствии пусть они попадут на райские планеты, но спустя какое-то время полубоги исключат их оттуда, после того, как запас пуни, благочестивой деятельности, подойдет к концу. И бросят назад в материальный мир. И с абсолютной точки зрения нет разницы, куда пойдет жива, на райские или адские планеты. Именно поэтому вайшнавы совершенно не заинтересованы, не хотят, не стремятся ни на райские планеты, ни на адские. Они стремятся обрести лотосные стопы Бхагавана, достигнув трансцендентной обители. In Chaitanya Charitamrita it is written,
В Чайтанья Чаритамрите сказано, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что из-за греховных поступков порой мы падаем, а из-за благочестивых мы идем на райские планеты. Итак, мы то становимся царем, то попрошайкой, то женщиной, то мужчиной. Различные самскары ведут нас. Так мы, наше каран, тело, каран, то есть то тонкое тело, ведет нас в ту или иную форму жизни. Вайшнавы совершенно не заинтересованы ни в райских, ни в адских планетах. Они просто хотят совершать служение. Им интересно служение. Только что вы совершали киртан. О чем там поется? Там пелось. Какие бы страдания ни выпали на мою долю, я хочу служить тебе. Но обусловленные души совершенно не заинтересованы в этом. Даже многие из тех, кто начинает харибаджан, они будто опьянены, и им совершенно не интересен тот факт. Итак, Удава, вначале я давал тебе одни наставления, затем другие, а теперь совершенно говорю то, что совершенно отличается от всего сказанного ранее. Поэтому я понимаю, что ты в замешательстве. Затем Бхагаван говорит, я хочу, чтобы ты остался в этом мире, чтобы ты смог давать наставления в соответствии с развитием дживатмы, в соответствии с ее качествами. Не думаю, что я давал их именно для тебя. Я хочу, чтобы ты понял. Что я лишь хотел, чтобы ты обрел Гопи Прему. Точнее, чтобы ты осознал, что есть Гопи Према. Но все вышесказанные наставления я был вынужден дать тебе, потому что дживатмы обладают разным уровнем развития, и я хотел, чтобы ты мог помочь каждой из них. Однако для тебя предназначено лишь последнее наставление. Ты должен все, что, то есть мое единственное наставление тебе, прими прибежище, так же, как это сделали гопи. Как гопи приняли прибежище у моих лотосных стоп. If you want to be fearless,
Если ты хочешь обрести бесстрашие, хотя ты уже достиг этого уровня, поскольку я взял на себя ответственность за все твои поступки, и тебе не придется, поэтому тебе не нужно переживать, что тебе придется пожинать грехи, то есть последствия грехов за то, что ты оставил путь следования Веданте, ведам Веданте. Я просто советую тебе оставить все, все мои наставления, все наставления, которые я дал, и просто предаться мне. Sarva-dharma means so many dharma? But no, there is only one dharma. But why Krishna speaking? Sarva-dharma, how many dharma? Yes. Sarva-dharma, существует лишь одна дхарма. Но почему Кришна говорит так? Ведь существует так много видов дхарм. Социальная дхарма, ментальная дхарма. So many dharma can be there. So, Bhagavan speaking, you need not play your... Но на самом деле, их так много, лишь пока джива находится в обусловленном состоянии. После освобождения остается лишь одна дхарма. Бхагаван говорит, я знаю, что ты считаешь, что если прекратишь следование наставлениям вед, ты тем самым совершишь грех. Но это не так. Сарва-дхарма включает в себя, то есть сарва-дхарма превосходит все так называемые дхармы. Все, что тебе нужно, следовать Бхагавата-дхарме, то есть прийти ко мне. Я знаю, что сейчас ты в глубочайшем замешательстве. You need not get any result of not doing. You need not get any result for not doing all prescribed dharma and adharma, all everything in general dharma. You need not suffer. I promise you. Я обещаю, что тебе не придется страдать из-за того, что ты прекратишь выполнять наставления вед. Я обещаю это. Просто приди ко мне. Просто предайся мне. Здесь говорится, что предание Арджуны и предание Удавы одинаковое, но в действительности между ними огромная разница. Бхагаван хотел, чтобы Удава принял прибежище у его лотосных стоп, как гопи. Но Арджуну Бхагаван хотел заставить исполнять свои обязанности на поле битвы Курукшетра, потому что это его обязанность.
all over. Now, in the final stage, Krishna wanted to see that Arjuna is totally submitting unto my will. Arjuna cannot have his personal opinion, no argument, nothing, whatever he say, Arjuna will have to. And the same thing Arjuna told, I am not making any philosophy, mentally concocted philosophy. I am speaking so scientific thing. Я сейчас не говорю вымышленную философию. Я говорю достоверные факты. Арджуна сказал в конце беседы, «Я собираюсь следовать тебе». Is to establish Varnasam Dharma, everything, and finally, though he knows secretly, Bhagavan wanted to see total submission, and Arjuna is. Bhagavan хотел видеть полное предание Арджуны. Арджун является вечным спутником Бхагавана. Однако существует огромная разница между преданием Арджуны и преданием Удавы. Итак, Удава, я советую тебе оставить все и предаться моим лотосным стопам. Обрести бесстрашие. Сейчас ты полон страха из-за того, что считаешь, что оставив следование вед, следование ведам, ты тем самым совершишь грех. Но это не так. Просто предайся мне. Я в глубоком замешательстве, говорит Удава. Я знаю, что ты Йогешвареш-вара, ты источник всех йоги. Ты даешь силу всем йоги. But Veda and I myself non different. I told you yesterday. I'm not going to explain. After that, Bhagavan speaking, Sa esha jivo vivara prasutihi pranino ghosheno guham pravishtaha mano mayam shukshmam upetto rupam matra sharo varna iti stavishtaha. Bhagavan speaking, all Vedas, everything, they were. Бхагаван говорит, я хотел открыть тебе сокровенное таинство Вед. Как ты знаешь, Брахма принял рождение из лотоса растущего из моего папа. Явившись в этот мир, он начал произносить Веды при помощи четырех ртов. Как я уже рассказывал, из-за трения деревьев возникает искра, от которой происходит возгорание, огонь распространяется, увеличивается. И исходит из уст Брахмы как в форме, то есть. Бхагаван говорит, я Веда. Я знаю глубинное значение Вед. Кто может знать их лучше, чем я?
Муни и Риши находятся в глубоком замешательстве по поводу заключений вед. Существует так много различных комментаторов, которые дают абсолютно противоречивые комментарии. «Я Веда», — говорит Господь, — «и никто не может знать Веды лучше меня». Not only that, like the expression of Veda, Veda is mine, I am going to express Veda. Similarly, all the jivas, whatever they are doing, evam, gadihi, gadihi, karmo, gotis, visargo, grano, rasad, drik, sparso, sutischa, shankalva, vijnana, mathabhimanam, shutram, rajas, rajasattu, tamu, vikara. All jivatma, all countless jivas. Бесчисленные дживы, they are doing all different activities. Занимаются разной деятельностью. Ты знаешь, как, при помощи чего они осуществляют ее? Что бы ни делала джива, все это она делает при моей помощи. Думает ли она, спит ли, идет куда-то, смотрит, что бы она ни делала. Испражняется, рождает детей и так далее. Все это в действительности осуществляется благодаря мне. Не существует таттвы, кроме таттвы о Кришне. В Падмапуране и других местах Бхагаван говорит, я стремлюсь играть со своими преданными. Так Бхагаван играет со всеми дживатмами. Я играю со своими преданными для того, чтобы доставить нам обоим удовольствие. Так же, как со своими вечными спутниками, Бхагаван играет и со всеми дживатмами. Мы являемся шакти-таттвой. Нас бесчисленное количество, столько же практически, настолько же, сколько пылинок в этой Вселенной. И с каждым живым существом Бхагаван играет. Он зовет каждое живое существо: «Придите, придите ко мне». Неужели вы не хотите этого? Because Atma, Bhagavan playing with Atma.
Atma has nothing to do here. Atma has nothing to do with your material suffering. There is one kind of, you know, attributed, you know. В действительности, атма не подвержена материальным страданиям. Но, как я объяснял вчера, сознание дживы можно сравнить с человеком, в которое вселилось привидение. Несмотря на то, что ежедневно мы претерпеваем различные страдания и наблюдаем, как страдают другие, наблюдаем, Бхагаван знает, что каждая дживатма является чинмая. И повсюду в этом мире противоречия, противостояния. Конечно же, Бхагаван не станет играть с дживатмами, то есть с материальными телами, которые состоят из пяти материальных элементов. Jivas, whatever they are planning, whatever doing, whatever action, whatever thing, eating, sleeping, giving birth to. Что бы ни делала джива, какое бы действие она ни совершала, все это осуществляется мной, говорит Господь. Удава. Предположим, Майи не существует. И она не влияет на тебя. На тебя не влияет три гуны материальной природы. В таком случае ты не будешь испытывать ни голода, ни вожделения, ничего-либо еще. Таким образом, все это мы испытываем. Мы испытываем каму, испытываем желание заниматься материальной деятельностью лишь из-за влияния майя. Итак, как веды, так и дживы являются моим пракаш. Мы не осознаем этого, но именно сатва, раджа и тамагуна заставляет нас действовать, заставляет танцевать, словно марионеток. Кунти Деви говорит об этом. Она сравнивает живые существа с марионетками в кукольном театре, которыми управляет опытный кукловод. Мы сражаемся, ругаемся с кем-то, деремся, рождаем детей, что бы мы ни делали. Все это
Все это делает Майя. Мы в ее ловушке. Удава, постарайся сосредоточиться на том, что я говорю. Если я приобрету различные семена и захочу их посадить, после того, как я сделаю это, вырастут различные деревья. То есть, другими словами, дживу можно сравнить с таким семечком. В соответствии с самскарами, которые она получила из предыдущих жизней, она развивается. Человек, который прежде грешил, вряд ли станет благочестивым в этой жизни. Дживатма рождается в форме женщины, мужчины, тигра или слона. И вы можете заниматься этим. Езжайте за границу, зарабатывайте деньги. Вы же не хотите следовать наставлениям Прабхупады. Но наступит день, когда вам придется остановиться. Придется прекратить ссориться, ругаться, противостоять. Я знаю, что вы полны ложного эго, но наступит день, когда вам придется прекратить делать это. Я знаю, что вы неразумные. Если бы у вас был разум, вы бы решили прийти к чистому преданному. Но вы бежите за деньгами. Это говорит о том, что вы негодяи и глупцы. Это очевидный факт. Вы отбрасываете чистых преданных и идите дружить с материалистами. Вы находитесь в обусловленном состоянии, они в обусловленном состоянии. Кто же кому может помочь? Кто кого может спасти? Я даже могу сказать, что часто положение ученика выше, чем положение ачарьи, потому что ученик еще не совершил так много аппарат, как его духовный, так называемый духовный учитель. Если броситься спасать тонущего и при этом не уметь плавать, утонут двое, утонут оба. Тот, кто пересек материальный океан, может помочь нуждающимся, помочь обусловленным дживам.
Но те, кто сами в оковах майя, помочь не могут. Итак, все общество. What is that important teachings? That if I like to cross over the material world, so surely one bonded soul cannot help me. Если я, bonded soul, то есть, если я действительно хочу пересечь материальный мир, выйти из-под влияния майя, мне не может помочь обусловленная душа. Кто же может помочь мне? В шастре рассказано, что тот, что император, царь, президент, который управляет государством, является неправедным, является грешником, он никак помочь нам не сможет. То есть имеется в виду, что какое бы лидирующее положение ни занимал человек, если он обусловлен, если он сам нуждается в помощи, другим помочь он не сможет. Лишь один благочестивый царь, благочестивый лидер может помочь вам. Я могу привести пример из Бхагаватам. Нет в этом мире того, кто смог бы взять под контроль все, что происходит в этом мире. Когда Венураджа покинул этот мир, ему не было замены. Никто не было достойных занять его место. Он был грешником, и такой, как он, такой лидер, грешный лидер, может разрушить все государство. Можно сравнить с лодкой, которая. То есть, если лидеры не идут по пути благочестия, по пути дхармы, они разрушают общество. Опасная ситуация, когда у страны нет правителя, когда нет лидера у общества. Но также опасен тот царь, кто неблагочестив. Обе ситуации опасны. Когда много лидеров, точно так же создается большая опасность.
Но один благочестивый лидер, такой как Притху Махарадж, Прахлад Махарадж, Друва Махарадж и другие великие души, о которых говорит Шримад Бхагаватам, решают все проблемы. Когда они занимают пост императора, они, их государства процветают. Нынешнее общество стремится к демократии. Но на самом деле ни в одной из шастр не писана демократия. Да, возможно, благодаря ей люди получают образование, но она своего рода иллюзия. Люди обладают разными самскарами, разными мнениями, разной природой. Так как же все могут быть на одном уровне, которое диктует, то есть то, что является идеологией демократии. Voting right of Bhaktivinoda Thakur can be same with all rascal people, drunkards, can be same. You are foolish. That is the situation happening. All infighting, all, you know. I spit. Even I say I don't like to live in this material world. I have no desire to live in this material world. No desire to live by watching this situation. Видя, что происходит сейчас, у меня нет никакого желания жить в этом мире. Ситуация настолько плачевна. Да, возможно, в Америке, Франции, Италии демократия имеет успех. И люди даже могут посадить в тюрьму самого президента. Но на самом деле мы должны полагаться на возвышенного, великого, преданного, который укажет нам путь. И каждый великий правитель полагается на брахмана, то есть имеется в виду полагается на святого, который укажет им подлинный путь. Укажет, как правильно действовать. Но что происходит сейчас? Люди, которые полны ложного эго, которые не обладают благими качествами, хотят подчинить себе государство. Они воруют, устраивают войны, грешат, обманывают. И кто же ответит за это? Вот это и есть демократия. Так называемая демократия. Бхакти — это шакти. How was it possible for Prithu Maharaj, Ambarish Maharaj, to get control over the same seven continent? Как получилось так, что Притху Махарадж мог успешно управлять семью континентами? How is it possible? They are staying in India. No plane, no aircraft. Он жил в Индии. Не было ни самолетов, ни поездов. Да, у него была колесница. Chariot, you know, like Tetaju,
на которой он мог перемещаться по воздуху. Но как же все-таки он мог управлять 7 континентами? Потому что он обладал бхакти, а бхакти — это шакти. Энергии в форме шакти пребывают в Бхагаване. Когда эта энергия выходит и входит в сердце преданного, проявляясь в различных настроениях, она принимает открытую форму. И сердце преданного, она выходит как Харикатха, это и есть бхакти, то есть пребывая в сердце Кришны, она зовется шакти, она принимает форму шакти. Но когда она перемещается в сердце преданного, то есть переходит в сердце преданного, из его уст она выходит как Харикатха. Итак, проблема в том, что люди настоящего общества сбиты с пути, думая, что они совершают преданное служение. Они обманывают себя. Как редко сейчас можно встретить того, кто по-настоящему следует наставлениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Давать лекции очень просто, но сможете ли вы следовать наставлениям Шрилы Прабхупады? Вряд ли, но вы должны делать это, как бы сложно это ни было. Итак, в этом мире бесчисленное количество джив. Их можно сравнить с семенами. Каждый из джив обладает своими самскарами, которые становятся причиной ее дальнейшего развития. Если посадить семя в плодотворную почву, в плодородную почву, она созревает и превращается в определенное растение. Точно так же дживатма, попадая в лоно матери, развивается, получает рождение и Баладев Видьябушана говорит, деяние дживатмы поразительное. Бхагаван говорит, в соответствии со своими самскарами, Бхагаван говорит, если кто-то спросит, что первоначальное, семя или дерево? If seed is not there, well, we can get trees.
very confusing. So the movement of our jivatmas are very, very secret. Итак, движение дживатм дживатма, джива, в соответствии со своими самскарами, путешествует по 14 планетарным системам, по 14 мирам. И она может выбраться из этой самсары лишь благодаря встрече с чистым преданным. Эта встреча может произойти, а может быть нет, но это возможно. Вероятность этого существует. Итак, Удава, в соответствии с семенем, вырастает то или иное дерево. Точно так же в соответствии со своими самскарами человек, то есть рождается либо преступник, либо блудница, либо благочестивый браман. Таким образом, мы рождаемся в соответствии со своими самскарами и пожинаем их плоды. It's very important things we'll have to hold day and night. We'll have to go into deep, you know, concentration here. It is what I'm discussing now. Мы должны день и ночь думать о том, о чем мы сейчас говорим. Когда я объясню эту шлоку, вы поймете. Завтра я буду говорить о ней. Сегодня мне не хватило времени на это. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hari bol, 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 Itai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Itai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Itai Gaur Premananda, Vanchakalpa Dvashya Kebasindu Vyavashya, Patitanang Pavane Vavishnaya Pyo Namo.